Ну что, девчонки, наконец-то я закончу обзор XL пластин. Это четвертая, да, пластина Z, буковка. Я их заказала комплектом, там можно по 3, можно по 4. Некоторые буквы можно купить по одной, и половину уже нет в продаже, да. То есть какие-то буковки уже не продаются. Ой-ой-ой, как не могу зацепить. Значит, чем они известны? Я уже говорила 500 миллионов раз. Это своей зеркальностью. За это мы их и любим. Господи, во, приклеилась-то, а. Очень намертво приклеилась пленочка. Наверное, я ее... Ай. Ой. Давайте я без камеры сниму, потому что это будет надолго. Ну что, девчонки, начинаем. Я все-таки смогла снять эту пленку. Намертво она была приклеена. Значит, вот в отличие от предыдущей пластины, кто не видел, посмотрите обзор. В конце видео оставлю окошко на предыдущее видео. Там все пластиночки тоже были зеркальные, как и здесь. Ну, кроме этих полосочек. Там, ну, невозможно было их раскрасить. То есть в этой пластине есть рисунки, которые можно попробовать раскрасить. Например, вот этот. Вот этот. Вот эти цветы можно раскрасить. Давайте вот эти сейчас раскрасим. Я возьму два штампика. Перенесу два зеркальных рисуночка. Где у нас черный лак? Вот он. Прошу прощения. Так. Здесь достаточно есть местечко. И можно разукрасить наши листочки, лепесточки. Главное не перепутать направление. Я даже не буду сейчас стирать, чтобы я не запуталась. Что у нас в одной стороне? В одну сторону смотрит, какую в другую. То есть здесь рисуночки не просто зеркальные, но и есть возможность их разукрасить. А мы с вами любим реверсивный стемпинг, да, девочки? Все, сейчас буду разукрашивать. Беру два лака TTL Club. Вот такой вот фиолетовый и беленький. Будет у нас сегодня два оттеночка. Начну с белых, потому что он светлый. Кисточка Николь Дайри. Она всегда у меня в описании под видео есть. Мы ее намочим. И разукрашиваем. Так, с белым покончено. Вот я сделала, видите, цветочки беленькими, а листочки сделаю вот этим вот фиолетовым. И на липкий слой мы потом с вами перенесем рисунок. Я сейчас заметила, что там есть еще маленькие такие ягодки. Смотрите, вот фиолетовые листочки, видите, маленькие точечки. Сейчас я их попробую сделать красненьким. Беру две типсы с липким слоем и переносим. Я хочу украсить вот так вот уголок, да, нашего ноготочка. Каждый раз нервничаю. Ох ты, блин, красота какая! Я уже хочу так походить. Ну, сейчас топом покроем. Как же я люблю реверсивный стемпинг. Как же это красиво, девочки. Ну, просто. Мне очень нравится. Обожаю. Обожаю раскрашенный стемпинг. И смотрите, как все просто. Ну, просто элементарно. Раскрасили, перенесли на липкий слой. И все. Никакой тебе 10 слоев. Просто замечательно. Так, все. Убираю эти хорошие лачочки. TTL Club. Маленькие малышки, но стеклянные. Так, идем дальше. Так, идем дальше. Я тут приготовила симпатичные две типсочки. Вот такой вот красиво серо-синий цвет. Даже не знаю, что это за цвет. И золото розовое. Вот это вот. У меня тут остаточки. Вот Born Pretty. Хочу новый заказать. Одну штучку мне ссылку подписчица прислала.
Очень красивое розовое золото, такой серо-синий, очень красивый оттенок. Давайте что-нибудь зеркальное, простое сделаем черным цветом. Так, сейчас, девочки, надо выбрать какой-то красивый рисунок. Такой, чтобы вау, чтобы был ажурный. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Ну, давайте. Ну, можно, может быть, вот этот сделать. Он очень красивый. Сейчас посмотрим, как ляжет. Так-то он красивый, конечно. Что-то мне не нравится, как этот черный. Или я очень медленно. Ладно, давайте еще разочек. Не нравится мне этот черный. То ли подсох. Дайте я возьму вот этот. Пожиже. Ну ладно, получше. Так. На золоте красивом. Раз. Так, второй. Не буду сейчас стирать, чтобы мне видеть. То я вечно тут путаюсь в этой пластине зеркальной. Угу. Не знаю, зеркальные рисунки — это просто моя любовь. Так, вот у нас два готово. И добавим сюда малышки, которые у нас здесь на пластине есть. Пикс. Хотела сразу и вторую сделать. Деловая колбаса. Я еще думаю, может быть, мы добавим шестигранники, потому что очень красивый рисунок. Хочется украсить. С Excel пластинами короткие видео никогда не получаются. Просто нереально. Просто нереально отснять короткое видео. Отлично. Девочки, посмотрите, я подобрала под наше розовое золото вот такие розовые шестигранички. Да? Мы сейчас в темпе ритма украсим все цветочки, серединки цветочков. Вот смотрите, вот так вы украшаете серединки цветочков. Эти шестигранники очень попали в цвет розового золота. Сейчас я просушу минуту, потом покрою топом, чтобы шестигранники хорошо держались. Но вы посмотрите на это чудо, господи, мне так нравится, я хочу с ним походить. Все, что я люблю, это блестит все, переливается. Шестигранники, они совершенно не мешают. Господи, как красиво, очень красивый цвет лака, очень красивый. Так, мне уже нравятся наши образцы. А, давайте, давайте. Вот это очень необычное. Я даже не знаю, как он будет смотреться. Вот это вот. Вот эти кружочки, сетка такая. Сетка, наверное, все-таки лучше надо делать белым. Возьмем две типсы белые. Необычный рисунок, честно говорю, необычный. Ну, почему-то хочется его сделать белым. Белая сетка. Посмотрим, не понравится, сотрем.
Очень необычный такой. У меня даже аналогов нету. Какое-то яйцо. По центру, наверное, сделаю. Или как? Или сделать два и маленькое. Давайте так сделаем. Допустим, сюда большое. Сейчас попробуем. Секундочку. Сейчас посмотрим. Угу. Ой, что-то мне его надо помешать. Он что-то там... Это не кульдайер, какой-то сильно жидкий. Для рапидографов очень жидковатый белый. Ну ничего, справимся. Стразик как-то просится, если честно. Угу. И сейчас я посмотрю, как вот сюда малышку эту разместить. Посмотрим, как ляжет на ноготочек. Угу. Стикс. Типсу мне не порть. Красота такая лежит у меня. В общем, я вся перемазалась, ну как обычно. В общем, на обзорах все. Вся уже. Вся грязная. Хрюшка. Опять длиннющее видео получится. Ух ты! А прикольно! Как бы так второй раз повторить? Как бы второй раз так повторить? Угу. Повторили. Ха-ха-ха. Сейчас украсим. Девочки, беру вот микро-микро мои стразики любимые. Они у меня всегда в описании под видео. Они микро-микро-примикро, плоскенькие такие, идеально подойдут сюда. Просто идеально. Так, отправляю в лампу. Так, ну вот такие вот у нас стразики. Мелкие-мелкие. Очень необычный дизайн, девчонки. Кто любит сеточку, это для вас. Тикс. Красота неземная у нас получилась. Так. Ну что? Что бы нам с вами еще сделать? Давайте на синее сделаем серебро. Мы сегодня еще не делали серебро. Вот эти какие-то инопланетные изображения здесь непонятные, да? Давайте попробуем. Слушайте, а поместится, интересно, в одну? Давайте попробуем. Хотя навряд ли так близко. Ну, посмотрим. Вдруг красиво будет. Угу. Не факт, что красиво влезет, но... Очень красиво. Так, сейчас попробую вторую также сделать. Так, вторую. На синем всегда серебро хорошо смотрит. Всегда. Это, можно сказать, классика жанра. Ай, нет! Хулиганье. Так, самое сложное будет сейчас это повторить, товарищи. Подождите, а как же я так сделала? Ты... Так, ну здесь так точно не получится. Потому что здесь с другой стороны вот это. Так, стоп. Тогда мы по-другому сделаем.
пока не поздно. И отдельно, потому что она здесь сильно далеко и не получится. Нам надо, чтобы было идентично, зеркально, красиво. Ничего страшного. Я ее, видите, они далеко ее разместили, не в том положении. Они же не думали, что я сразу два рисунка сделаю. Поленюсь, да? Ну, удалось. Девочки, смотрите, украшу я ее вот этими жемчужинками. К сожалению, они нещадно облезают, поэтому их нужно обязательно покрывать топом. Обязательно. Но здесь такая морская тематика. И мне нравится. Ой, две взяла. Значит, сюда мы прям четко вписываем в спираль эту жемчужинку. Она идеальна, она прям создана для этого рисунка. А на верхний рисуночек возьмем малышку. И обязательно потом покроем топом. Обязательно. Сейчас покажу. Это просто шедевр. Девочки, ну я просто балдею, это настоящий такой вот, какие-то жемчужинки, какие-то ракушечки, вот такое ощущение, ну прям, ну просто морской такой. Ой, маникюр мне очень нравится, ну прям очень, напишите обязательно ваше мнение. Ну прям морская царица, ну правда, какое-то что-то индийское, индийские-то таким, ну в общем голубое серебро, это конечно что-то. Я прям... У меня прям сердце ёкает, я хочу этот маникюр. Очень хочу вот этот маникюр походить с ним. Так, идем дальше. Давай.